Здорово всем, парни, с вами Василько, это Мусор Кэш, на балансе у нас будет соточка, я пока что просто проверочку этого сайта, блин, реально прикольно, пацаны придумали, идейка хорошая, блин, если бы ничего не надо, просто в скрипте поменять название, просто название, то есть, блин, а что даже в беседе у них? Ну реально, какой-то обдолбанный сайт, если честно, я не знаю, кто это создал, какие-то обдолбыши, я не знаю, вообще, ну серьезно, вот, ну такой сайт создавать на пиздец. Короче, халява, что по халяве? Лайк не поставил. Ну давайте лайки покнем. Все пролайкаем. Возьмем бонус. Если с бонуса что-то поднимем, вообще будет офигенно. Если с бонуса нихера ничего не поднимем, можно будет залить, значит, соточку и попробовать поднять там, ну, x2 хотя бы сделать, я не знаю, и будет уже четенько. В принципе, сайтик-то. Ну, блин, обычный скрипт старый и нудь. Просто поменяли название, и за счет этого этот сайт немножечко хайпанул. Главное, что для создания сайта надо было? Что-то новенькое придумать. Блин, это любой мог придумать, в принципе. И просто создать, и просто бабки нужны, типа, чтобы заказывать рекламу, и все. Вообще, здесь постов много, что ли, или что? Сейчас попробуем мапнуть что-нибудь. Ну все, мне лайков хватит, в принципе, я уже задолбался тыкать. Просто, что нам дали, рубль 10? Нормально. Ставим это все дело на 15%. Фул. Так, накинуть. Давайте сатен. Было бы так легко урабатывать деньги, а то нихуя не легко, на самом деле. Не, я хочу, чтобы у меня бабки остались, поэтому давайте накинем 97 рублей. Вот, через Киви. Блин, зачем комиссию сделали? Видите, ваш адрес электронной почты. Вот здесь все адекватно. Так, короче, оплатить нажимаем. Что там сейчас? Чпокнем, мы с вами дернем, мы с вами апнем. Ну, если апнем, будет вообще четим. Говорят, что достаточно быстро сюда бабки приходят. Ну, давайте попробуем. Уже два раза слила. Окей, нормально, 6 рублей плюс. Если даже вот, в принципе, если мы с вами сегодня поднимем бабл кэшем, хотя бы x2 сделаем, то можно этот сайт назвать хорошим. Но мы с вами проебали. Окей, давайте, сука, 200 рублей зальем. Мы же должны вырвать, ну, типа, сайт новый, по сути. Сайт новый, он должен как-то выдавать, я думаю. А вообще, сука, давай... я код это... Блин, это останется по херне. Как говорится, без стиков проживу. Отправить код повторно, потому что я сбил. И чё, какой у нас кодик? Окей, сейчас айчеса покурим. Апнем бабасиков. Бабл кэшем, так скажем. Вообще, ну, идеально. Не знаю, сколько поднять. Что-то как-то здесь рандом слишком жесткий. Типа, жестко сливает. Не знаю, филку если даже поднять. Это будет даже очень хорошо. О, 351 рубль. Заебекан. Хорошечно. 15 еще раз. Найс. В принципе-то мы уже с вами нормально так подняли. Давайте поменяем 56%, сделаем. 13 рублей поставим еще раз. 133. Изи. Изи нахуй. Изи. 18, 19. Еще раз. Найс. рублей ставим. Еще раз. Найс. Так, окей, 1 рубль ставим. Бля, остается похуйня на самом деле. Давайте 66%. Бац. 14 рублей. Еще раз. 1 рубль. Пам. Все, изи. Изи, пацаны, филочку мы с вами подняли, и теперь отжимаем. Отжимаем мы с вами 500-ку киви, 2%. Блять, комиссия, вот это хуёвый момент. Но прикол в этом сайте в том, что, типа, очень много написано разных слов, типа, проверить на яйца и так далее. И, в принципе, сайт хорошо себя показал, мы подняли с вами 200 рублей. То есть мы 300 залили, 500 подняли. То есть плюс 200 рубчанских. Это довольно-таки хорошо. Все, отжимаем мы с вами. И самое хорошее то, что это здесь нету отмены, типа,
ты не сможешь. Ты поднял бабки, ты не сможешь все отменить. Ты ждешь до того, пока деньги не придут. И... уже сделали, да? Отмена вывода. Сейчас я посмотрю, через сколько придут. Сразу говорю, что это не рекламный ролик. Это чисто мои бабосики. Вот, закидываю я свои личные бабки. Со мной никто не связывался. Просто мне подписчик написал проверить сайт. Хоп, я проверил. Мусор. Мусор проверил. Мусор, блядь, проверил нам. Все, ждем, короче. В общем-то, я поднял до 800 рублей. 808 соток. Поднял еще до Талова. И через 2 часа где-то мне бабосики пришли. Вот вам доквы. То есть все. Выведено. 784 рубля мне пришло с учетом 2% комиссии. Вот. Так что сайт выводит, все заебись. В натуре вот тут написано. В общем-то, играйте и. Блин, ну сайт нормальный. Все. Ничего больше не могу сказать.